Майк, что, пришло наложить контакты со сплюхами? Да? Там найти их сначала надо. Что такое? Просто пиши делятся. Вообще. Так ты что, там сзади компьютер? Ну сейчас как? Ну что? Бомбанет? Да, мимо. Ну, там нормально все. Наконец думай. Салфетки вон влажные рулят. Майка. Что-то надо плюх по 30. Не думаю уже, да? Ну, да. Что не думаю. Каспер даже не пытается сюда залетать. Так вот, блин. Залетел какой-то. Да. Майки, ну это занял и все довольны. Не, он сын залетел. Свою? Надо прямо залезть. Ну, звезда. Эти просто вообще умерли. На вас глаз нету, ничего нету. Смотрит на меня просто. Пошли стручков поснимаем. Он уж как раз с дивана вышел. Да нет, она что это меняла. Она же сама понимает, что ей там... Неинтересно. Ну не то, что неинтересно. Там замкнутое пространство, ей опасно. Она не полезет туда. Ты думаешь? Ну конечно. А где? Ты котов закрыл? Да. Слушай, он будет поворачивать за Майкой, да? Угу. Она питает, а он это... На! Куда ты на подушку села? А ну давай быстро. Давай, давай, давай. Давай. Знаю тебя. Давай. Давай, это не мои джинсы. Давай, можешь на них. Не-не-не, это новые джинсы. Можешь на них. Майка, это новые джинсы, пожалуйста. Майка, нет! Обновила. Это к деньгам. Так. Так, телеканалы. Нужна реклама, обращайтесь. Мы в этом углу разместим рекламу вашего телеканала. Ну, смотри, шизлик. Шизлик, смотри, раздулся. Чтобы не думали, что он трусливый. Шизлик. Слушай, ты Майку уже... Ты вот за нее провел, блин... Лучшие годы своей жизни. Что там? Да Ширли, ты посмотри, что он... Так, а где Майка? Майка только что... Ну, она вон сидит. А, Ширли, что случилось? Ну, я же не знаю. Ну, он же делает себя... Блин, он же Майку знает. Он же, я же говорю, лучшие годы жизни провел возле Майки. Ну, да. Это посреди Каспер. Каспер, я иду за тобой. Выходи. Я иду за тобой. Ты позловещий как-то скажи, что. Не, ну а че, он че не летит? Кто улетит? Слушай, ты видел, я цветы все пересадила, потому как это, они все съели. Ага.